Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Нубию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Блин, мне их и объединять надо, и апать, а это только при открытии националист. Может... знаете что, может мне заплатить денег? Сколько там будет стоить? 170 сейчас. Еще следующим ходом меньше будет. Типа поставить карточку... Нормально сейчас город отлетит. Даже не этим ходом, а вот... Видите, уже сейчас будет... Все равно 170 пока. Блин, 170 это много. А я не могу собирать еще эти ресурсы, представляете? Так, надо навигацию по звездам открыть. Не могу морские ресурсы собирать, а это жалко, это деньги все-таки. Грузин, предложение. Грузин, еще предложение. Так, я правильно понял? Нет, он в союзе, но у него могут закончиться эти союзы. Так, так, так. Алмазы у Конго. А, он, собственно, и предложил. И сахар, пряности, киты, все. Вообще не пересаживаю губернаторов что-то, ну нету времени, вот просто что-то не успеваю. Так, вот этим ходом посмотрим, сколько я могу заплатить. Ну просто 170 это много, действительно, меня много юнитов надо апать, причем из в пушке из довольно из первого уровня. Я все равно не смогу их все... То есть мне сначала все-таки надо пропасть будет. Видимо, нет, я не буду сейчас походу менять. Да, 150 это много. 150 это много. Так, все юниты должны быть на моей территории. Так, эти... Так, отойдем. Угу. Так, все остальное. Ну вот один у меня юнит. Типа не на территории. 60 монет. Нечаянно отменил. Подожди, пожалуйста. Еще предложение. Один ход.
Ждем. Сидинга? А, потому что я в нормальном веке, а там, наверное... Да, шумер в героическом. И здесь, кстати, лояльность. Ну, надо ур брать. Урук, ур. Урук вообще без стен. А, надо религию распространять. Слушайте, может мне сейчас распространить на... Попробовать на этого, на шумера и взять... Хотя, по-моему, крестовый поход я уже не возьму. По-моему, вместо крестового похода я взял... Храмы и святилища, наверное, нет? Да, вот защитник не храмы и святилища получается, а ступу я взял. Хотя, не, наверное, должен быть. Надо накопить на апостола и посмотреть. Так. Значит, во-первых, апгрейд, но я поставлю только за деньги, потому что за ресурсы у меня там, я за селитру этих. Селитры у меня хватит. Так, где тут стоимость? В ресурсах нет. Вот, в деньгах. Поехали. 75, 130, видите? Хватает немножко. Грузин, предложение. А что я тут хотел? А, я тут хотел Киллуки Сивани строить. В очередь ставим. Этих еще надо апнуть. Что денег как-то немного. Будем продлевать союз. Да.
Вот тут у меня еще денежки ожидают своего. Да ладно. Позволяет ловить рыбу и крабов. А, тут улучшение, блин. Конго, прими сделку. Не, я помню, союз проблем. Да не, уже не надо. Конго, предложение. Гильгамеш, предложение. Шумер. Сколько японцы на луке? 217. Он Конга 200. Он отогнал? Да. Да. Так, вот японец уже где-то в компьютерах. Ребят, страшно. В смысле? Мне японец войну объявил. Мне тоже. Сейчас будем арбалетами защищаться от самолетов. Удачи вам, парни. Ну, я думаю, я пойду, потому что у меня уже шансов нет. Никто не будет против, потому что у меня 48 науки, и как-то... У меня я не против. Перспективы. Я тоже не против. 60. Ну, видимо, никто не против. Ух ты, а куда это Конго дел? Все
свои ну, деньги. Ну да, вы поможете распилить мои города, которые в океане плавают. Будет нормально. Всем спасибо за игру, я пошел. Подожди, подожди. Напоследок тебе сделку кину. Пока ты тут. Хорошо. Ты потом с компом ничего не поделаешь. Я могу даже по-другому сделать. Не-не-не-не, не надо. Ну а что, я могу просто все свои города отдать. Не-не, ну зачем? Нельзя. Не надо, да. Все, спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Ну, поляк, конечно, герой просто. Чувствую, я сейчас буду превозмогать похлеще поляка. Ты с кем там? Бесполезно. С Японией. Вот это настрой. Один буду превозмогать, другой бесполезно. А он мне уже один город отнял. С этого, с захода так. Деньги нужны. Поэтому давайте пока не на науку, а на деньги все поставим. Всем так. 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 79. Все равно мало. У нас Нубия есть. Мне кажется, настало пора объединяться всем пролетариям и как-то что-то делать с Японией. Ну давайте. Ну, я так думаю, сейчас пролетариям. Из Японии полетят ядерки. Как же, Алексей, почти по самый конец хода объявлять войну? По-моему, там еще больше минуты было, нет? Нет. Ну, вообще, да, там как бы много времени было. Ну да. Я увидел это объявление войны и еще успел очень много всего сделать. Ребят, там великую китайскую стену грабят. Да. Нет, Сэмми. Нет барьера между цивилизациями. Ты будешь со мной всадниками воевать?
Да, имеем. Успехов. Там Китай прям разваливается. Ну что-то жестко он тут там. Ну на 4 самолета алюминий есть. Блин, я убрал. Карточку я забыл. Дамбу надо. Хотя мне... Два бомбера и два истребителя, пожалуй, нормально. Какой-то всадник поскакал. Что за всадники самоубийцы? Да ну это капец. Не дали построить. Морф. Морф построил анкорват, блин. Ну, по сути, город с двух ходов захватывается. Это ты еще сильно защищен. Так, со союз купы полечимся, тут постоим.
Фига тут армия у грузина. Да, пушками, конечно, слабовато как-то получается. Надо опять карточку на апгрейд юнитов ставить. Прошлым ходом, видимо, надо было сделать. О, кумаси у меня перекупили. Да, это жалко вот это потерять. Черт, не удалась диверсия. Блин, забыл про этого всадника, блин. Вот это плохо. И тут будет бегать в тылу. Три хода. Да, пушками, конечно, сейчас не особо позахватываешь и повоюешь. Так, а как у нас тут акведук, где можно поставить? Тут. Давайте, наверное, лучше здесь ставить акведук. И сюда тогда производственную площадь. Помечу себе на будущее. Что такое? Кто-то из Дискорда вылетел. Ог. В общем, к сожалению, вылетел грузин, и мы его довольно долго ждали, и без него продолжим дальше. Там Конго сказал, что он его выносить сейчас будет. Да, вот этот кон мне тут очень не в тему. Ставим скидка в стоимости в золоте. Так, оставим.
Так, божественное право открыл. И дальше в мобилизацию. А здесь нам, значит, надо авиацию и радио. Две верфи. Тут все ускорено. Вот две верфи. То есть гавань. Еще где-то гавань получается. Мишель, я бы построил. Так, давайте пока строителей. Рынок, Великий Зимбабве, кампус, промышленная зона, плюс 4. Вау, давайте. Да что началось-то? У меня цифка вылетела. Да. Ну, мне, наверное, по сути, уже нет смысла грузиться там, что у меня два города осталось. Ну да, оно реально уже может идти. Окей. Там с самолетами просто за два хода. У него столица падает, да, у него столица падает. Так что... Гданьск стал японским. Ну там, по сути, меня все держалось за счет одного города, который денег много приносил, я за деньги покупал районы. Так, ну ладно, всем спасибо за игру. Спокойно тебе было. Спасибо. Спокойно за игру. Да. Уже все, вечер. Это наблюдатели из ООН, не трогай. Давайте Амани в Ур пересадим. А ученые уже типа разбанились, что ли? Ну да, наверное. Да нет, еще вроде. Сейчас разбанится, походу. Ну да. Знаете, территория не расши... А, я не могу за него голосовать. Слушайте, так те же самые эти предложения почему-то, которые были в прошлый раз. Да, что-то не то. Давайте опять за ученых. Ну там бы я против японцев проголосовал, но его просто нету. Ну, давайте опять за меня. Давайте что-то менять. Давайте все так же будет. Мне хорошо было, когда культурный зал. Я тут какой-то отсталый по науке, но воинственный.
черный брат. Не расширяется Челиния. Не начисляются флотоводцы. Это кто тут? Ну это Грузия вхерачила 7 голосов. Да. И еще неизвестный игрок, видимо, Польша. Да. Ну, вроде мы... Ну, вот еще, конечно. Арбалеты бегут. Все, бегут. А он им светит. Америка осудила действия Польши. Ну а чё она? Не сопротивляется японцу, как нам сопротивлялась. Она просто город отдала по лояльности. Вы ж тоже были на алюминиевых бомбардировщиках. А она сопротивлялась. Арбалеты попадали под в щель между заклепками. Логичное объяснение. О, там какой-то кризис против Японии, наверное, был, да? Потому что да. Я голосовать не могу. То есть вы решили бафнуть его, да? Но он в любом случае потом пойдет на всех нас, по идее. О, мистер АД. Здорово. Привет. Давай меняться, что там у тебя. Вижу, кинул тебе. В тебя, точнее. Сразу все города в экстазе. Отлично. О, боже, как классно. Так, воу.
кокаином. Кто хочет ртути? Говорят, она неплохо лечит сифилис. Ну тогда экстаз закончится. Ну вот раз вы там экстаз словили, имейте в виду, есть народное средство проверить. Так если что-то надо, предлагай. У меня полно одинаковых ресурсов. Нет, у тебя ничего. Так, что я тут миссионеров не могу? Киты, черепахи могу. У тебя все по одному, а киты и черепахи у меня тоже есть. Ну, ладно. Мы не рядом, поэтому все не гармонично. Ди. Да, да, игра с самого начала. Не задалась, нет. Надо быть рядом. Я предлагаю в следующий раз это общую религию, короче. Man in Black. Агент Ди и агент Л. Все. Блин, поляк, он даже против самолетов сопротивляется, пизда. Хоть у кого-то на этой карте есть яйца. Да не то слово, это пипец. Лучик надо в тот же список, что и Артёма. Не воевать с ним. Есть апостол? Есть. А можешь убить меня апостола? Нет. А за деньги? Ну, за 1000 могу. Ну, это слишком крутые бонусы для Конга, ну. За 1000 нет. Ну. Я не хочу вообще тебе давать. Блин, да Керма вообще умирает уже. Чё я никак её вырастить не могу, не понимаю. Темпломайор. У меня одна всего лишь. Так, подождите, я на фронте всеми юнитами походил? Нет. Люкс, ты мне еще и кумаси перекупаешь, ах ты. Я кинул туда 6 послов. Может закинуть 7-го, или я не буду. А синие есть ГГшки на карте? Ну да, видно. Да. Возле Японии. Поленки. Видимо, не для меня.
ребят, я смогу сдержать японцев, только если не поможет сама природа. Танцуй с бубном. Но вообще природа на стороне японцев. Они что? Ах, такой нехороший, это был байт. Кстати, Кунга, откуда у тебя апостолы? Тебе кто-то разнес религию? Да, наконец-то. О, кого я встретил? Перс. Привет. Здоров. Помоги. Чем? Тебе уже ничего не поможет. Убей того, кто создал аниме. Ну... Протестую. Хорошо. Аниме можешь оставить, а вот японцу... Тогда нормально. Посылатели 6. О, я бы, конечно, в Лиссабон отправил. Все хотят купить мои книжки. Интересно, пишешь? Да, вообще бестселлеры. Продаю за мертвого апостола. Ты что-то пропадал. Сержу Пингалу в столицу пересадим. А Магнус... Конго, может, ты поможешь нам в войне с Японией? Чем? Блин, четвертого уровня. У тебя пушка. Вроде как города на море есть, ты от него недалеко. Да, два морских города. Мне нет. Ты просто помоги. Зачем? Зачем тебе? Зенитки тебе принести поставить? Да. Подожди, надо выучить еще. А китаец тоже уже вышел из игры? Да. Он там лаборатория уже строится. Хочу я там медресе Санкаре строить.
только вы способны прийти разведчиками, блин, и пограбить все. Ну как-то. Это самый сильный юнит. Так, давайте содержание юнитов обратно все на науку ставим. Где-то бонус соседства кампуса. Торговая конфедерация. Вот так. Опять просрал пушку 4 уровня. Ну, этот город я забираю следующим ходом. Почему я не могу этот... А, медресе только рядом. Да-да, с кампусом только. Дима, ты не хочешь попилить этого перса? Нет, он не хочет. А какой смысл? Да, тебе помогает. Смысл. Помнишь, когда вот игра «Закри» и Лёша выиграл при лиге? Ты вот пришел, пограбил кампуса, ну и что, я тебе закончился? Ну, а сейчас ты побеждаешь, помогает тебе пилить перса, с которым мы на одном уровне? Ну, замечательная идея. А, вот, типа, ещё на одной волне, я понял. Хорошо. Блин, в тёмные... Ну, это, знаете, это из-за того, что у меня большое количество городов. Города добавляют количество очков к... Ну, руатория отваливается, как я и говорил. Добавляют большое количество необходимых очков для выхода. Сейчас, правда, столицу Шумера захвачу. Это мне добавит очков.
4, норм. Так. Блин, стоял. Кто там стоял? Кирасир. Самолет пролетел, кирасир исчез. Поставим Пенгалу все-таки в столицу. Пора. Американец, за город возьмем, у него там самолет один. Магнуса, давайте в Хех. Ну, я сейчас не могу никем отковать вас. Что получается, освобождать будете? Кунга, ты в союзе с японцем? Да, у меня прекрасный караван. Так вот, где собака-то зарыта. Ну, там, как бы, он мог пойти на меня с самолета. Ну, зачем? Ну, зачем? Зачем же, затем же, зачем пошел за... Скажи, тебе охота воевать, тебе охота, чтобы умирали люди? Мне? Нет. Так не воюй. Чё-то в этот раз какая-то широкая прям империя. Ты уже забрал весь китайский алюминий, всю нефть, весь уголь. Что тебе еще надо? Ну, давай не... На этом пока все. Продолжение. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!